Продолжаем тему самообороны. Большое спасибо многим моим ученикам и друзьям, которые посочувствовали мне по поводу травмы колена. Разрыв связок, он еще заживает, ребята. То есть, что я вам могу сказать? Что все равно мы продолжаем заниматься, только ходим мы не так вот, да, спокойно, да. Ходим мы, как профессор Плейшнер из кинофильма «17 мгновений весны». Но я думаю, так нам ходить недолго, тем более врачи, они свое дело знают, они же коновалы, поэтому все хорошо. Я хочу продолжить тему самообороны. А именно, есть прием, который есть и в моем видеокурсе, его знают очень многие, когда человека захватывают вот так за шею, галстучный захват так называемый, да? По методике, первая реакция, вы сгибаете ноги, начинаете атаковать пах, бить прям в пах сюда, да? Потом проходит рука сюда, хватает за глаза, нажимает, и вы разгибаетесь и освобождаетесь от захвата. Это классика. Но что может случиться дальше? Обратите внимание, давайте еще смотрите. Представьте себе, человек хватает вас, вы начинаете атаковать пах, и он закрывается. Все. То есть пах не атаковать. Дальше. Я пытаюсь захватить его за глаза, он отворачивает голову и продолжает давить. Сейчас, если что, чуть что, он меня сразу же завалит на землю. Значит, что здесь можно делать? Смотрите. Вы продолжаете пытаться рвать ему глаза. Он отворачивается, видите? Ваша рука здесь удар сильный не нанесет. Ни сюда, ни сюда. Все равно. Как действовать? Смотрите. Вот у него, видите, палец. Вы можете одновременно разрывать глаза, отломать палец, освободиться. Ты смотрите еще раз. Он хватает. Раз. Пытается атаковать. Пах, он закрылся. Глаза он отвернул голову. Берете за палец. Отламываете палец, освобождаетесь от захвата. Можете потом, отломали палец, вот видите, уже пытаться что-то там делать, какие-то удары. Нет, просто разрываете захват, освобождаетесь. Но, идем дальше. Третий этаж. Невозможно палец оторвать, смотрите. Вот он настолько сильный, что палец, ну, не хватает у вас сил, не получается. Что делать? Смотрите. Пах не атаковать, он закрылся, пытается вас завалить на землю. Глаза он отвернул голову, видите? Не схватить. Что делать? Смотрите, вы берете, сжимаете кулак и начинаете бить вот сюда, вот так. Все. Отпускает захват. Еще раз, смотрите. Захватили. О, друзья приехали. Так. Захватили, атакуем, закрывает, отвернул голову, палец оторвать невозможно, не хватает у вас сил, складываете руку и начинаете атаковать внешнюю часть кисти. Все, оторвались. Все очень быстро, смотрите, захват, атака, 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 все, захват. Вот и все. Как видите, никаких проблем нет. То есть, когда вы начинаете изучать приемы самообороны, у вас один прием накладывается на другой, потому что атака вот этой части заставляет разжимать кисть. Вот так. Причем, обратите внимание, ситуация может сложиться как угодно. Вот мы сейчас показывали вам прием, видите, машина ехала позади нас, она даже нас не обратила на снимок. Просто ехала и все, нам пришлось посторониться. Мы продолжаем заниматься, видите? Вот такие дела. Поэтому пытайтесь изучать и смотреть немножко дальше. То есть, как только вы изучили классические приемы, вы должны их смешивать. А для этого надо заниматься. Всего доброго. Счастливо.